Почему нет уверенности в выборе? Это, наверное, один и тот же человек пишет. Могу записать подряд, что я какую-то уверенность. Постоянно мысли меняются из крайности в крайность. Как понять, что делать и что нужно сейчас и в данный момент? Женщина написала. Что у женщин психика так устроена, она движется. Женщина психика движется. Она постоянно меняется. Она не может стоять на месте. Поэтому она хочет замуж, потому что когда она выходит замуж, раз, у нее застывает психика рядом с мужем. Только она остается, сразу опять начала двигаться психика, она движется. И это нормально. Чтобы была устойчивость, надо молитву совершать, но для женщины устойчивость означает, что она занята правильными делами, правильными вещами. Но в мысли для женщины устойчивой быть невозможно, если нет защиты. Она должна или быть защищена отцом, или сыном, или мужем. Это значит, что женщина должна иметь хорошее отношение с отцом, как минимум. Хотя бы с одним мужчиной. И мужская энергия дает женщине устойчивость. Потому что энергия красоты или любви, она всегда течет. Она не может стоять на месте, она движется. Энергия любви движется, течет. Поэтому женщину сравнивают с рекой, а мужчину сравнивают с берегами. Если берега высокие, сильные, то есть не обращают внимания на реку слишком сильно, то тогда реке там плыть хорошо. Если берега привязаны к реке, то она их размывает. То есть если вот мужчина постоянно хочет наслаждаться женщиной, то ее маленький каприз и его колбасит уже сразу. А если мужчина крепкий, он как бы, он такой, она он ее любит, конечно, любит, но он крепкий, он как бы терпит, все любит, все. Способен терпеть, да, это важно знать. В этом случае она, когда капризничает, он такой, да, моя хорошая. Потому что любовь на самом деле настоящая, это терпение, понимаете? Не наслаждение, потому что когда человек хочет наслаждаться женщиной, она капризничает, он говорит, то есть он разочарован, он хотел же балдеть, а она капризничает. Она же не должна капризничать вообще, она должна мне давать только балдеж, все. Так как она человек, она не может не капризничать. Она женщина, она и хочет капризничать иногда. И она начинает капризничать, когда, если мужчина любит на самом деле, он успокаивает ее. Бывает женщина, река бывает очень бурная, и она капризничает очень резко так. Тогда берега должны быть очень высокие. Если не высокие, надо подтягиваться. И когда она резко так капризничает, он должен быть очень хладнокровен. Должен застывать в это время психически. И она дергается, стучит ему по груди, И все будет хорошо. И тогда она успокаивается и думает, хороший у меня муж. Потому что женщина сама не придает значения своим вот этим поведениям. Она не считает это чем-то важным. Но делает вид, что это очень важно в этот момент. Только по одной причине, что она хочет проверить его, насколько он крепкий. И хочет также узнать, насколько он любит ее. Две вещи всего в это время происходят. Но к самому событию она значения большого не придает. Хоть ее и вывело это событие из равновесия. Мужчина, когда это знает, он спокойно реагирует на эмоции. Потому что если женщине что-то надо, она 50 раз это повторит. И потом уже без эмоций, а спокойно. Сядь, поговори. А если не сильно надо, то эмоции прошли, и все, и как бы... Женщина, я вас не обижаю? Маленький.